Привет, меня зовут Норт, ты на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой продолжаем контрабанд полис, продолжаем, собственно, защищать границу в честь дня пограничника недавнего. Теракт в парламенте, в смысле? Увы, товарищ, настали печальные времена. Вчера ночью на нашем парламенте террористы взорвали бомбу. Щид. Ой, я аж случайно клавишу не ту нажал. Мы знаем, что кровавый кулак вербует молодых боевиков. Сохраняйте бдительность, они могут появиться на нашей границе. Но у меня теперь при этом письмо какое-то, ну, газета. Пожар уничтожил резиденцию. Ни хрена уничтожил прям. Ай, машинки знакомые. Издание, да, более знакомое, кстати. Капитуляция Аль-Барака. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, лидеры враждующих государств подписали соглашение, согласно которому Казахстану отойдет часть спорных территорий Аль-Барака. Вчера поздно вечером произошло позорное покушение на жизнь представителей нашего народа. В результате взрыва бомбы, заложенной в зале заседания парламента, погибли 4 члена партии. 16 получили ранения. Спецслужбы установили личность нападавших. Уже официально известно, что они связаны с террористической группировкой «Кровавый кулак». Какой кошмар. Майк, кстати, догоняет. Какой кошмар. Что-то новое у нас здесь, да? Заново все обновилось. Наши службы сообщают о дальнейших... В запланированных атаках мы уже знаем профиль будущих злоумышленников. В страну запрещен въезд граждан акаристанской национальности в возрасте до 30 лет. Акаристанской национальности? Своих не пускаем в акаристу, что, ребят? Что, внутренние террористы или что? Ни хрена, что творится. Так, что у нас там? Белый поддельный документ, паспорт, Кагастан 37, нет бамперов, FY8. Здорово. Шолок, я везу важные документы, которые еще сегодня нужно передать партии. Это дело государственной важности, поторопитесь. По тебе видно, что ты документы везешь. Сиди, не выпендривайся. Сейчас пешком пойдешь у меня. Игорь Волков. Везде. На Жаведе едет. Ну да, Жавед, точно. 49-08-02-А1. Да, совпадает. 6 октября. Нормально, нормально по датам тоже. Багаж, мешки, кофе. Ну, в принципе, груз такой неплохой. Не напряженный. Но мы на всякий случай поторопимся, да. Поторопимся мы на всякий случай. Ничего я тебе не отдам, Пшелок. У него ничего не видно. Так, чел, стоп аут. А ты торгуешься при этом? Ты торопишься, но при этом торгуешься. Ты гений, по-моему, нет? Водка по 40, стиральный порошок. Что-то где шут у тебя все? Сиги только более-менее. Сиги 26, давай. Приятно с вами сотрудничать. Так ты торопишься или приятно с нами сотрудничать? Узел двуличный. Давай, наверное, мешок возьму. Я хотел по каждому товару по единице в прошлой серии, если я правильно помню, взять. Но, видишь, мы уже сигареты продаем полностью. Так, давай быстренько с тобой доторгуем. Заметь, когда мы торгуем, они... Себя хорошо ведут. Давай быстренько выходи, я быстренько ее проверю, если ты так сильно торопишься. Быстренько ее просвечу, освещу. Давай, не бухти там мне, слышь, что? Не мадра. Я сам знаю, что кто мадра, а кто падра. Так что давай тут не того этого. И не этого того тоже желательно, понял, нет? Сам затягиваешь мне. Что-нибудь там. Все окей. Все окей. Алло. Та-да. Полиска, давай быстро. От Мадура от чего же счет? Так. Полиска справилась. Хорош. Чел, сам позакрываешь, ты торопишься. Значит, номера. YRT-2069. Да, совпадает. И зервало есть, все целое, все нормальное. Груз совпадает. Значит, Акаристан. До 30 лет. Ну, как бы ему больше. 34. Практически. Ровесник. Ёхай. Все, я осмотрел, у него все совпадает. Документы у него есть. Паспорт только не проверил. Ну, давай на всякий случай проверим. О, пропустил. Акаристан. Нет. Опись грузов у нас... А, тоже это проверять этот бланк надо. Я не знал, что его прям бланк на бланк проверять. Это я не знал. Кто такое? Сидович, прекрати писать мне. У меня запись идет. Я понимаю, что Slowcraft задерживается. Не надо. Прекращай.
Алло. Алло. А не проверяется карта гражданина. Ну и все тогда. Все, соответственно, все, давай, вали отсюда. Не мозоль глаза мне. Сам позакрываешься, давай. Давай, давай, быстрей. Ты торопился дофига, я вижу. Ух ты ж, как он красиво, да, на спущенных шинах дрифтует. Давай, едь. На, помогу уже. Дверь, дверь, дверь. А, нормально. Нет там, нет там. Кого вернуть? Ты что, дурак, что ли? Из Акаристана въехал в страну, несмотря на ошибки в доку... А, вес автомобиля я не проверил, да. Ладно, не, это плохое решение, я надеюсь, что больше не будет. Не будет, не ори. Так, без бамперов, у нас там был без бамперов. Так, дядька, выходим. Стоп-аут. А, торгуешься, туда не выходим пока. Сишки по той же цели. О, вот это наш клиент. Вот это наш клиент. Давай, раз, два. $4 за бумагу, забираем. Оптом и в розницу. 13, водка, ты прикалываешься, дядька. Ты где был-то такой красивый? Красивый где был такой? Давай, выходи, давай. Блин, вес я не проверил. Вот падла задурила мне голову. Торопись, типа. Покупай живопись. Я и, собственно, да, напокупался, блин. Сейчас не отторгуюсь теперь. Бумаги-то он себе наскладировал. Так, давай. Так вот. Одну сюда добавим и три оставим. Хорошо. Так, там сидит? Сиди, блин. Не вякай там ничего. Вес не про... Единственное, что не проверил, это вес. И именно он оказался проблемным. Так, водяру давай. Цена просто паленая такая. Хорошая водочка, да? Прям. Без руков перелогинься. Ты доки-то мне дал, нет? А, дал. Все, вопрос нет. Вопрос нет на видео, или кто отличает Александр Друзь. Так, давай быстренько. Значит, что у тебя? Спущенные шины, раз, бамперов. Ну, пока что раз. Зеркало одно, второе. На месте еще шина, раз. Элемент кузова, два. Нет, бамперов нет. Правильно, я заметил, что два. Так, ну. Вроде бы у него нигде ничего не светится. Но бамперов нет. Как в описании, четенько. А у меня фиолетовый, точно. Блин, я постоянно такой слабый свет, что нифига не видно. Тут тоже ничего не светится. Да, стой ты не тренди там, слышь, что? Каждый старается поумничать. Я и без тебя знаю, что мне делать. Но он, правда, реально чистый, судя по всему. Тачка добитая, но не проблемная. Нигде ничего не прячет. Да и смысл ему тут одно что-то прятать. Хотя, как раз таки, это было бы беспалевно, на самом деле. Ну да ладно. Груз не везет. Номера 6000 АО. Именно оно. JYP. У нас там похожий, но не J, по-моему. Да, FY8. Похожее что-то было. Так, давай теперь тут. Фига, у тебя костюм даже совпадает. Хорош. Без руков на гастроли едет. Артур Ильин. Все окей, но 60-го года рождения. Серьезно, тебе 21? У тебя морщин больше, чем у меня. Чувак, ты че? Какая 21? Где выспись? 8UIA54F0. Именно оно. Собственно, июнь нормально. Июнь нормально. Варила вес. Так, все, я навесил, лоханулся. Давай вес проверим. Вот какой-то один параметр вечно упустишь, потому что торопятся. 210. Так, это минимальный или не минимальный? Я не помню, какой варил вес. Да, это минимальный вес. У него действительно минимальный вес, так что... Так что, в принципе, кивень к нему вопрос. Никаких к нему вопросов. Карта гражданина есть. Пропуск действенный. Акаристан. Акаристан до 30 лет. В страну запрещен въезд граждан акаристанской национальности до 30 лет. Ему 21. И он из Акаристана. Чувак, правила въезда. Извините, Сергей, вы не въезжаете. Правила въезда. Я не виноват. Если что, к другу жалуюсь. Фильмы твои смотрю, все, едь давай. Саша Белому привет.
Ну тихо, ты куда-то заезжаешь, не видишь, что тормоз, актер едет. Добрый день. Че, пиликнуло? Правильный отказ, все, 200 минус, 200 плюс, в ноль сработали. Так, ты что там селся, выходи давай, зеркала нет у тебя. Лё. Зеркала нету? Так, по-моему, был у нас зеркала нету, да? Паспорт, белый, номер. А, нет бамперов. То есть не ты. У тебя бампера есть. Бампера есть, номер вроде бы, если я правильно заметил. А сзади нету, да? Это же старая машина, сзади нет номера. Так, шина минус, зеркало минус. Шина минус, зеркало минус, вроде бы стекла целые, да. Давай, шина минус, зеркало минус, шина минус, зеркало минус. Окей. Так, давай быстренько проползем возле них, потому что, опять же, надо прям ткнуться иногда, чтобы засветилось. Так, опись грузов есть, давай быстренько. Алло. Не нажалось с первого раза. Ну, это, видимо, потому что я залазил. Ну, я уже вижу, что ничего не светится. Но опись-то мы сделать в любом случае должны. Как ты встал? Встал, хорош. А у меня включен опять же. Какая она невидная, эта лампа, трындец просто. Либо значок какой появлялся, где что включено. Если уж свет такой плохой. Так, это мы все... Да, это мы все... Да, давай быстренько. Ну, я думаю, вряд ли у него что-то будет здесь. Не настолько отбитый. Чувак, ограничений, по-моему, у нас теперь нет. У нас, по-моему, убрали теперь ограничения. Это там с этим навидом было связано. Ограничения по ввозу у нас были грузов. Либо с чем-то еще, я уже не сильно помню. Так, паспорт ТС должен быть описание грузов. Да, любые несоответствия. Следует помнить, что плохое состояние так не влияет. Законность документов. Хорошо. Так, что у нас по описи, то есть любое несоответствие. Холодильник 2 есть, ящик бананов 2 есть. Удобрение 11 есть. Материалы 3 есть. Мешок соли нету. Мешок соли нету, алло. Где мешок соли? Ну, в смысле? А где мешок соли-то у тебя, чувак? Это я лоханулся, просто не записал, да? Мешок соли 3 написано. Да, сидр, хорош. Ну, чел, извини, еще раз придется. Я лоханулся, мешки не заметил. А, вон она где, собака сутулая. Все, теперь все совпадает. Так, полиска, давай еще раз быстренько. От Мадуро, конечно, чего же еще? Так, закрываем. Теперь должно совпадать, да? С. Мешок соли, газовая плита где? Есть, все. Все допроверил. Вес. 5 с копейками у него там, да? 5300. О, это, по-моему, перебор. По-моему, перебор. Ильич. Ильич, вот он. 6. Угу. Ладно, окей. Так, с грузами я посмотрел. Салон давай быстренько гляну. Нет, вроде бы ничего. Мотор быстренько гляну. Нет, вроде бы ничего. Звук такой, как будто дверь закрывается. А это капот. Так, хорошо, теперь доки. Поехали. Франкар Михайлов. Франкар Михайлов. Франкар Михайлов, собственно, везде. По буквам совпадает. LPIQNK2S. NC2S. А Користан, ну тебе вот ты проходишь, я вижу, да? Ты проходишь. 33. Январь. А, 82-82, все нормально. Так, давай-ка мы проверим на всякий случай, потому что я что-то такое давно не видел, эмблему есть такая. Ну, давай проверим, ладно. Мы все равно эту фиготу не расходуем никуда. Алло. Тут не того этовается, да? Да, тут не того этовается. Хорошо. Все везде совпадает, все четенько у чувака. Номер только. API-129XO. Как Hennessy XO. Только это XQ.
Все, дядька, давай, я темнеет уже. Заколебался тут стоять. Глаза мозолишь. Давай, давай, пропшай быстрей. Мария как светит, да? Перед носом почти ни хрена не видно, а там вон аж окно фиолетовое стало. Хорош, фонарик у нас прям красивый, да? Йоха, йоха, дядь. Колеса я ему отметил, по-моему, да? Зеркало отметил. Ёлки. Так, что ты везёшь? 106, в смысле? Снега не добавил. Разбитые фары? А, ну, наверное, сзади. Сзади, честно говоря, не смотрел, да. Так, снега у тебя не допросится, давай выходи. А, стоп, 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 стоп. 14, неплохо. Мешок 29. А я все отдал уже. Дружище бобер, я все отдал. Ладно, давай. Куплю, у тебя неплохая цена. Так вот, давай, наверное, сделаем. Ну так, пусть рядом будет. Так, хорошо. Отлично, конечно, только выходи давай со своим отличным. Все есть, все есть, все есть, все на месте. Зеркала на месте. Машина на месте, номера без этого кода, который нужен. Не... Блин, а вот видишь, вот смотри, вот не, она не светилась, вот видишь, о, видишь, видишь, она не светится. Надо прям вот надо мордой ткнуться. Дядь, ну ты в курсе, да? Ротик закрыл свой, бородатый. Кокаин, дядька. Чё ты там куда мне дашь? 670. Не, пошел вон. Я понимаю, что ты мне больше даешь. Но нет, дядь. Ты чё? Место свободное. У меня 20 косарей, какие бабки? В тюрьму есть. Нахрен мне твои 600 баксов? Я за каждого дурачка такого, как ты, 200 зарабатываю. Ты мне 600 даешь. Ролик. Жена меня прибьет. Ну, сам такой выбрал, кто тебе виноват. Так, наверное, есть смысл делать сразу вот так, потому что места ни хрена нету. Но мы не повезем. Мы не повезем. Я надеюсь, его не украдут. Потому что если украдут, будет стабилизец. Так, вот это мы тоже... Наверное, да, как я хотел. Давай вот так вот. Алло. Так вот, раз. Это сюда. Это сюда. Вот так. Вот так, практически по одному. Ну, чуть больше. Осталось место. Значит, быстренько еще одно берем. Тут мы продырявили колесо, тут чистое колесо бампера. Ага, тут колесо уже продырявили бампера. Так, под капоточка 100%. Давай быстренько, тут ничего нет. Запаска, не видно на ней. Мотор, не видно. От мотору, так, вижу. Ой, чувак упакованный, мне места опять не хватит. Так, что-то я постоянно в этих маленьких, что-то торпеда. Типа под приборной панелью, где здесь? Ну где здесь под приборной панелью? Может быть здесь вот где-то должно было быть, но нету. Он у меня сесть пытается вместо этого. Ему все надоело, он хочет уехать, пустите его. Тут тоже нет нигде. Что-то ключ какой-то у меня нарисован. Ну, перный театр, сколько выпало. Да пройди ты, господи. Так, потолок. Ну, у него уже очень много выпало. Если я правильно посчитал, у него уже 8. Девятое место надо искать. Надо искать девятое место. 8 крайне редко бывает обычно. Если уже много, то 9. Ну нету, блин, ну нету. Зараза, $40. А, стой, мы ж не проверили груз, точно. Мы ж не проверили груз. Вот. А это чем ломать? Вот этим? У-у-у, как много. Достаточно места. Причем они, смотря, они еще и размер разного бывают, оказывается. Забавно. Да ладно, чувак. Ну ты ж упакованный вообще по полной просто. Просто по полной упакован. Так, а что тут дверь открыта, я не понял. Что, офигели или кто?
Как плохо, когда товаров много. Но приходится, потому что это очень хорошее подспорье. Финансовое куда-то один пропал отсюда. Я не понял, куда. Потому что без звука просто лег. Да в смысле? А, вот он и появился. Чудеса на гаражах. Нормально. Все, хорош. У кого-то машину ломает в дворе. Соответствует игра. Все. Давай, чувак. Я это забираю быстренько. Хорош. Давай, полиска. Ороску, полиска, давай, быстренько. Все, 200 баксов, все перфекто просто. Последняя тачка. И мы на сегодня аляулю заканчиваем. Упражнение. Главное, чтобы с тачки не пропал товар, потому что это будет трындец. Не хочется ехать, еще не хочется ехать. А, и тебе. Там пропало, да, там пропало одно. Возраст? Да, по возрасту пропало. Я помню, где она висела. Так, пшелок, ты не торгуешь. Тогда пшелок, пшелок из машины быстренько. Я думаю, второй контрабандист у нас уже не будет. Сегодня в игре. Это крайне редко бывает. Обычно это бывает в середине колонны днем как-то. Не попадало у меня на ночь, чтобы последняя машина была. Да, ты слышишь, запачкай. Ты видел, кто у тебя там ездит, чувак? Тебе про запачкать говорить что-нибудь. Здравствуйте, можно я вас? А, спасибо. Че у тебя там, свинья один? В смысле один, а этот? Че, не считается, что ли? Не, ну вроде чисто, ладно, окей. Так, Азам, мы сразу же давай по Азам пройдемся наших автомобильных ТТХ. Да, у него все подсовпадает. По заявочке, а по ее фактическому нормально проходит. Фары бы выключил, дружище. Че ты? YYF1265DD. Абсолютно. Оно, так, опись груза есть. Андрей Сергей. Вот, вот обычно в таких вот сложных. Могут буквы местами поменять, и хрен заметишь. Но я-то все вижу. Я-то все вижу, я ж по буквам проверяю. Да, 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 все везде четко. А, так, оп, пара. До свидоний. А Користанская у тебя не подделана. У тебя еще и подделана, чувак. Ты че, дурак совсем? Штамп не такой вообще, даже близко. Так, ЛВПН, уже расходы. Уже расходы, что у нас там по итогам на данный момент? Ну, мы в плюсе. В очень небольшом пока что, потому что я лоханулся на 200. Ну, сейчас вот с этим закончим, плюс сдать. ЛВПН ЗДК6. Да, это именно оно, по весу проходит, номер проходит. Не проходит у тебя, давай мы еще все-таки проверим типовой бланк. В смысле? Можно сразу страну мне? Что там у него Користан? Да ладно! Соответствие? У тебя паспорт недействителен. Да я просто такой не встречал ни разу, поэтому не запомнил. А-а-а, все-таки несоответствие. Все-таки цвет-то не тот. Я думаю, что-то не то. Интуиция-то не подвела. Хорошо, тут мы ничего не проверяем, да? Или ты тоже? А, это тоже надо проверять на бланк, серьезно? Такой важный документ очень сильно. Так, дружище бобер. Еще раз. Зеркала есть, фары есть, и колеса есть, бампер есть, рот закрыл. Все хорошо, все. Отлично, чувак, давай, проезжай только мимо. О, хрена, он еще и рэпер. Йох, давай, Децл. Со злой мордой поехал он отсюда. 160, мне кажется, да лучше это не нашел. Дэм. Жух. 200. Хорошо. Так, давай, знаешь, что сделаем? Я все-таки переживаю за то, что у меня могут пропасть из машины. Снега я в курсе, не будет пока что. Прогноз смотрел. Говорят, нормально все.
Две штучки давай, я кокаинума выложу. У меня две штучки в местах есть. Моих. Четыре штучки выложу. Четыре штучки выложу. Не пиликай там мне. Пиликай там. А давай я пять штучек выложу на склад. Да, и четыре штучки заберу сюда. То есть я почти все повыкладываю. Даже если пропадет, то не страшно, потому что пропадет буквально пару штучек. Получается так. Да. Получается, что пропадет, то у нас всего лишь 6 штук. Но мне кажется, не должно пропасть. Там охранник стоит возле машины, тут охранник теперь сидит, они тоже не сбегут. Так что все должно быть хорошо. Серия наконец-то получилась не очень длинная, это радует. И мы, собственно, отдохните. И тебе я скажу спасибо большое за просмотр. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик, если не сложно, возле лайка, дизлайк есть. Стрелочка поделиться, поделись, пусть друзья тоже посмотрят эту серию. Также в описании есть плейлист со всеми сериями по этой игре. Вставайте, вставать мы будем в следующей серии. Также в описании есть ссылка на группу ВКонтакте и другие соцсети. Всего тебе хорошего, пока.